Всем привет! Купил в Минске вот такой диск. У нас молодечно таких нету. Вот. Граф спидкатер по дереву. Очень много читал в интернете, особенно на российских сайтах, обсуждают этот диск. Отзывы различные тоже все пишут. Вот сам интересно, что многие задают вопрос, что будет, если данным диском вот при работе встретится гвоздь или саморез. Вот, я решил попробовать, посмотреть, что получится. Вот, так что смотрите, я думаю, всем будет интересно. Так, вот я зажимаю всегда без ключа. По сути, вот кнопку эту зажать, и самим диском этого достаточно усилия, чтобы зажать. В принципе, все. Болгарка Bosch GSV1000, 1000 ватт, профессиональная. Обязательно перчатки. Обязательно перчатки. Еще вот, много, конечно, читал, некоторые не понимают совершенно, для чего данный диск, да? Ну, у меня, допустим, нет бензопилы, но когда я что-то вот делаю, то он мне очень сильно, всегда помогает. Вот, допустим, даже вот такой брусок, вот это он тут, может, 12, да, на 8, на 9, ну, сколько бы я его пилил ручной пилой. Ну, во-первых, долго, а во-вторых, ну, не совсем. Когда есть болгарка вот с таким диском, то есть я, в принципе, могу его буквально за 2 секунды. Думаю, настрой площадки очень удобная вещь. Где-то что-то подпилить, где-то что-то обрезать. Не надо пилу с собой тягать, а данный диск универсальная насадка. Так, ну давайте вернемся к нашему эксперименту. Сейчас я возьму вот такой вот гвоздь. Вот такой вот гвоздь. Это у нас получается 90-ка. 90-ка. Вобью его вот сюда, в этот брусок. Вот, вбил. Ну и посмотрим, что будет, да, сейчас. Как поведет себя диск, как он справится с этой задачей. Ну вот, смотрите, то есть гвоздь он распилил, я практически даже, если честно, и не почувствовал. Давайте посмотрим, что с диском. Ну, не знаю, видно, не видно. С зубьями все в порядке. Зубья без сколов. Посмотрим, как он режет дерево после того, как пропилил гвоздь.
Я не заметил, гвоздь-то длинный оказался. То есть гвоздь вот сейчас пропилили второй раз. Гвоздь пропилили второй раз. Вот видно? Что у нас с диском? Зубья целые. Нету сколов. Нету сколов. Так, давайте попробуем что-нибудь более серьезное. Допустим, какой-нибудь шуруп. Шуруп, вот я сейчас возьму. Вот такой вот мощный шуруп. Сколько он у нас тут сантиметров? 80. То есть это где-то 5 на 80, наверное. Каленый шуруп 5 на 80. Вот, возьмем сейчас этот вот шуруп или саморез, что это, по дереву. Закрутим его. Так, бита осталась. Вот, закрутили его в этот брусок. И попробуем пропилить вот. Как бы, ну, все должны понимать, что это вот чистой воды эксперимент. Это сродни того, что рубить бетоном, ой, топором бетон, да? То есть та, это не означает, что нужно брать этот диск и пилить саморезы, гвозди, там, шурупы. Это чисто экспериментальное видео для того, чтобы показать. Вас не убьет, скажем так. Болгарку из рук, как видите, у меня не выбивает, да? Ну, смотрим. Ну вот, даже его немножко неудачно цеплял при разных пропилах. Посмотрим сейчас, что с диском. Болгарку из рук у меня не выбило. Зубья. Ну, видно, что они соприкасались с чем-то более твердым, но без сколов. Хотя вот здесь вот есть скол. Вот здесь есть скол. Ну и искры даже были видны, да, то есть что как бы, ну, попало на металл. Посмотрим, как он работает даже вот с этим вот сколом небольшим, да, то есть два зуба остались абсолютно целыми, один с небольшим сколом. Посмотрим, как диск работает. Ну, вот как вы видите, да, то есть и паз вот он выбирает, в принципе, и режет, но, конечно, уже подтупился он. То есть диск мне придется, зубья мне придется подтачивать. Ну, чувствуется, что нужно какое-то уже немножко больше усилия
прилагать, но в принципе свою задачу он до сих пор делает даже после двух гвоздей и самореза. Ну, в принципе, все, что хотел сказать.